этих зарослях, ума не приложу. Может, орел спящий подхватил, а может, любитель животных захотел к себе домой. Не знаю, а ты кто такой? А далеко ли отсюда море? А до вечера я доберусь до его. С такой скоростью бегу тебя, и до края этой земляничной полянки добраться сложно. А мы находимся посреди большого леса. За лесом начинаются луга, потом жены поля, снова лес, и только потом море. Я зась быстро ноги бегут, и то добирался бы до туда дня три, а то и все пять. А ты едва движешься, тебе и 100 лет не хватит. Все черепахи так передвигаются, ты зась бежи не только быстрый, но и умный. Может, ты мне что-нибудь посоветуешь? Солнце, вот кто тебе поможет. Спасибо солнышку за то, что оно греет, но оно не может удлинить мои коротенькие ножки и не может меня перенести к морю. Может, может. Недавно озеро я видел ребят, они дети энергетиков. Целое лето мастер обучает их всяким премудростям. Он хочет, чтобы они, как и он, стали изобретателями, энергетиками и придумали способ добывать электроэнергию без топлива. Так вот, недавно он говорил детям, как это можно сделать, перекрыв реку плотиной. А еще он говорил, что электроэнергию можно добывать и с помощью ветра. Теперь у нас домик бобра освещает река, а дупло белки – ветряная электростанция. Но для меня это не спасение. Не вешай нос, а слушай дальше. Я слышал, как он объяснял детям, что можно добывать электроэнергию с помощью солнца. Изобретатели уже сделали такие элементы. Они называются батареями фотоэлементов и превращают солнечный свет в электрический ток. Электроэнергия может двигать колесики, а на них ты понесешь, ты еще быстрее меня. Не может быть! А может, попробуем? Попробуем, попробуем. Ты же здесь, а я быстренько сбегу к детям. Добыл все, что надо. Сейчас у тебя на спине не просто какое-то яйце, а та самая пластина фотоэлементов. В колесиках электродвигатель, на шее руль. Поднимешь голову вверх, поедешь быстрее. Вниз медленнее. Поедешь направо, если повернешь голову направо. Если повернешь голову налево, поедешь налево. Ты все поняла? Да. Ты будешь первой в мире черепахомобилем. Ведь кто-то должен быть первым. Поезжай. Куда? По широкой просьбе и никуда не поворачивай. Стой! Видала? Да быстрее меня. Вот что значит изобретение. Днем ты можешь ехать к морю, а вечером останавливаться на ночлег в лесу. Тебе будет там уютно, ведь все лесные жители – наши друзья. За несколько дней ты доберешься к морю. Счастливого пути! Спасибо!